Ну, я думаю, що всі впізнали легендарного воротаря Ігоря Шуховцева на прізвисько «Батя». Як вас називали? Скажіть, будь ласка, «Динамо», без Драговича, Хачеріді. Добрый день. Ну, я думаю, что начало чемпионата вообще ни для кого из лидеров не является легким. Потеря таких игроков для «Динамо» Киева, я думаю, значительна. Почему? Потому что в последних двух матчах много было красных карточек. Вот, и где-то Ребров, я думаю, наигрывал какой-то определенный состав, да, выходил на определенные формулы игры. Вот, сейчас немножко они ломаются, но «Динамо» Киев есть «Динамо» Киев. Она играет в любом составе. Я думаю, что именно в сегодняшней игре это не должно сказаться у «Динамо» Киева каким-то серьезным образом. Вот. Но в любом случае, «Динамо» Киеву будет нелегко сегодня в Одессе. Чорноморець, главная зірка Чорноморця двух перших турів – это Калитвинцев. Калитвинцев сегодня не играет. Чи є шанс у Чорноморця без Калитвинцев? Ну, я думаю, и с Калитвинцем у Чорноморця, скажем так, шансы всегда есть, но было бы очень тяжело. Да? Вообще, Александр Бабич, на мой взгляд, создал симпатичную молодую команду, которая показывает энергичный, красивый, быстрый футбол. Где-то не хватает опыта, но я думаю, что в любом случае, Одесса сегодня покажет хороший футбол. Результат не могу заранее прогнозировать и говорить, но двум командам будет нелегко. Дякую, пане Ігоре.